Вань, с приездом. Поздравляю с вызовом в сборную. Ну, традиционный вопрос, как ты узнал об этом? Спасибо большое за поздравления. Ну, узнал из соцсетей. Ну, как мне скинули в WhatsApp там наша пресса «Крыльев». То, что вот вызвали, сначала в расширенный попало, а потом уже в основной список. То есть обрадовался сразу. Куча звонков, смс-ок было от родных, родителей, от близких, от друзей. То есть очень рад, ну, готов помогать команде. Когда в расширенном себя увидел, насколько свои шансы оценил попасть в основной, так честно? Честно, я вообще не думал вот об этом. У нас с Крыльев попало два человека, это Роман Нежов и я, как бы, да. И, то есть мы не обращали внимания, но, потому что еще там до окончательного списка было впереди две игры на чемпионат, да, то есть вот. Проявили себя, я думаю, с хорошей стороны, вот. Ну, попал только я, Рома нет. Я в одном из интервью читал, что ты очень сильно мечтал попасть в сборную России. Вот когда ты, не знаю, понял, что действительно так, не казалось, что это какой-то сон, знаешь, а неправда? Не, ну понятно, там, я думаю, у каждого, кто начинает играть в футбол, да, есть мечта там попасть в сборную России, там дойти до самых высоких целей, вот. И, то есть, ну, когда узнал уже окончательный список, да, то есть, понятно, ну, улыбки там, и поначалу даже так первый день не осознавал, то есть, ну, попал, да, вот. А потом уже как бы понял и, не знаю, только положительные эмоции и вообще даже не знаю, что сказать. Слушай, ну, ФНЛ, РПЛ, сейчас сборная, тяжело вообще не зазнаться, не схватить звездную болезнь? Ну, если честно, как бы не обращая на это внимания, вот, спокойно все тренируюсь изо дня в день, да, там, грубо говоря, там, год назад играл в ФНЛ, сейчас там, в премьер-лиге, там, попал в сборную, то есть, и спокойно к этому отношусь, и себе всегда говорю то, что надо оставаться человеком, и с самого начала, кем ты был, тем оставаться, то есть, и спокойно работаю изо дня в день, и, думаю, надо только себя улучшать. Сегодня твой первый день в сборной. Кого из ребят ты знаешь? С кем успел пообщаться, познакомиться? Ну, как бы так. И сейчас в премьер-лиге играли игры, там, ну, так заочно знаю. Вот. А так близко, ну, Леха Сутермина знаю, потому что мы с Строгином вместе играли. И Илью Самошникова, ну, я думаю, у него сейчас травма, да, не знаю, приедет, нет, вот вместе в Торпедо играли. А так, как бы, сегодня там со всеми, ну, поговорил, да, там, то есть коллектив классный, и как, ну, футболист, и администрация, то есть все на высшем уровне. Вот. Только с улыбкой надо работать. Ты говорил, что если попадешь в сборную, то сбреешь бороду. Расскажи, какие планы на этот счет? Да, было там. В том году записывали интервью с Крыльями, и один из болельщиков задал вопрос, типа, когда, ну, сбреешь бороду, да, и на что я ответил, вот, когда попаду в сборную России, тогда я сбрею. И вот, последовательно, через год, как бы, получилось то, что я попал в сборную, и если сказал, значит, надо выполнять, вот. И много там писали, типа, когда, и я сказал то, что как вернусь с расположения сборной России, тогда уже и побреюсь.